Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вновь затрону немножечко тему ультразвукового исследования. И вот такой вопрос. Зачем измерять давление на ногах? Дело в том, что в норме у здоровых людей систолическое или верхнее артериальное давление на ногах чуть выше, чем на руках, приблизительно на 10%. Если на руке давление 120 на 80, то на ноге здорового человека приблизительно 125 130 на 90-95 мм тутов столба. Если давление на ноге будет ниже, чем на руке, то это может указывать на серьезные проблемы в сердечно-сосудистой системе. Разница между давлением на руке и на ноге называется лодыжечно-плечевой индекс, ЛПИ. Его можно рассчитать во время ультразвукового исследования сосудов конечностей. Это простой показатель, но он дает очень ценную информацию о состоянии вашей сердечно-сосудистой системы и обладает высокой предсказывающей ценностью в отношении риска развития атеросклероза, общей смертности и сердечно-сосудистых событий. Вот хочу сказать, при показателе менее 0,9 риск инфарктов и инсультов возрастает в 2-3 раза по сравнению с нормальными показателями. Вот такое краткое сообщение на сегодня. Не болейте, будьте здоровы!